Я хочу пригласить пробуждение в гости, на пороге весны распахнуть ему двери, чтобы в завтрашний день посмотреть было просто, чтоб хотелось любить, просыпаться и верить, что весна — это главное чудо на свете, что друзей в мире больше, чем просто людей, любоваться, как искренне счастливы дети, понимать, что все в жизни для счастья детей. Я хочу пригласить пробуждение от страхов, от тревоги душевной, ненужных невзгод, чтоб свободы вдохнуть опьяняющий запах и с порывом весенним умчаться вперед, чтобы думать про завтра, любовь подгоняя, чтобы счастью навстречу хотелось спешить, чтобы билось в груди, каждый миг понимая, как жить дивно, прекрасно, как здорово жить.